Мы находимся на выставке Household Expo, разговариваем с нашими гостями. В данном случае у нас медиа, СМИ. Алексей, расскажите, как вы, как медиа-порталы и журналы оцениваете проходящую выставку, как вам аудитория, как вам вообще организация выставки? Ну, на этой выставке принимаем участие уже не первый раз и не первый год, являемся информационными спонсорами. Я считаю, очень выставка значимая. И, пожалуй, она единственная в своем роде, необходимая для всех компаний, которые работают вот в сегменте посуды, в сегменте бытовой продукции, вот, ну, а также в смежных сегментах, которыми мы не занимаемся, но они здесь присутствуют. Это дачи, это подарки, это украшения. Весенняя выставка... Она задает, в общем-то, определенный тон и позволяет компаниям, которые здесь присутствуют, то есть и участникам, и посетителям, задуматься о том, с чем выходить на осень. Потому что осень – традиционно открытие такого сезона массового. Вот. А весна – это как бы подведение итогов и в то же время задумка о том, что будет впереди. Вот. Ну, выставка достаточно интересная. Я, например, увидел несколько, так сказать, любопытных новинок. Какие-то для себя сделал выводы в отношении развития дальнейшего рынка. Вот. Поэтому я считаю, что присутствовать здесь как минимум необходимо. Ну, а принимать участие по возможности. Вот такое мнение от медиа, от инфопартнеров, которые освещают эту выставку. Не переключайтесь, скоро включение с нашими новыми участниками и гостями.